Поехали. Ямаха KX690. Это последний выдох господина ПЖ. С позволения сказать. Что это такое? Трехголовочная дека. Двухмоторная. С шестеренкой. Анидлером резиновым. Шестереночным. Сделанный уже в Малайзии. Да, не Япония. И можно понять это по некоторым нюансам. Настолько бедны жители бедной Малайзии, что они уже на производстве тащат просто металл. Тащат, не вставляют в деки все детали. Вы только посмотрите, пришлось мотор заменить. Он гремел, гудел. А все почему? Ну, не считая того, что ему кобзда пришла. О! Не было! Не было даже крышки. Все украли в Малайзии. Вот так вот. Ну, кроме шуток, результат вмешательства не очень прямо руки ремонтников, которые незаметны были ни в чем, кроме как воровства крышки с мотора в этой деке. Где-то, не буду называть столицу нашей родины, но мне кажется, там где-то это было. В общем, гремел, ленту временами мял из-за того, что роликом тоже хана. Два раза, со слов владельца, был в ремонте. Но зачем менять стеклянные ролики, которые не могут протащить уже ленту? Зачем? Вот эти вот ролики, полудубовые, скорее дуб уже, чем более мягкая древесина, требовали замены. Так же, как и пасеки старенькие, растянутые. Вот, хана им, все. Все, пасекам хана. Тоже все менялось. Мотор гремящий с разворованной крышкой заменен на Мабучи. Последний, кстати, был. Ролики дубовые заменены. После этого пришлось регулировать все по высоте, как положено. Все это. Кнопки две. Обнуление счетчика и плей. Плохо работали. На плей нажимаешь, перемотка включалась. Тоже заменены. И в конце вишенка на торте. Он остановился. Из-за вот этой детальки, которую пришлось тоже обнаружить и поменять сопротивление. Вот и все. Вот и весь ремонт. А дальше полная настройка. Естественно, переборка протяжки, замена всех этих деталей. Смазки. Ее никто не меняет. Зачем? Лубрикант используется, видимо, мастерами по другому назначению. Я даже не знаю, для какого. Может, они просто не подозревают о том, что техника, она как... Она любит, в общем, ласку и смазку. А они вместо этого воруют крышки у мотора. Ну, что это такое? В общем, побежден аппарат. Полностью настроен. Настроек у него много, это хорошо. Что с определением ленты, что без определения. В смысле, что с калибратором. Вот калибратор включаю. На металл калибруем сейчас. Что без калибратора, он настроен сейчас один в один на запись. Это было без калибратора. А сейчас мы проверяем работу калибратора. Вот, включаем запись. Откалиброванный тейп-тюнинг. Видно. И проверяем запись на ленте металл. Хороший, почти новый уровень записи.
баланс есть у нас. Фишка ямаховская Play Trim, улучшение высоких частот в режиме воспроизведения. Ток подмагничивания ручной, что очень приятно вдобавок к калибратору. Уровень наушников отдельно, понятно. Всякие кнопки обнуления. До конца ленты сколько времени остается. Выбор количества минут ленты. Проверяем запись на металл. Лента. Лента металл. Традиции проверим перегрузочную способность на музыкальном сигнале. По магнитофонному это называется мол, то есть уровень, когда достигает номинальный уровень 3% искажений на частоте 400 Гц. Дальше уже не слышно и становится. Это источник, диск, это лента. Слушаем. Звук нормальный, чистый. Увеличиваем уровень записи. Плюс 6. Нормально. Искажений нету. Лента. Увеличиваем дальше. Плюс 8. Ну, тут все плюс 10 уже. Ну, отлично. Отлично. Перегрузочная хорошая, головки в отличном состоянии. Это говорит о том, что идеальные головки, тем более так и есть. Повезло товарищу владельцу этого чуда малайзийской техники. Головки здесь не имеют спада по высокой частоте, по тестовой ленте. Позволяют с удовольствием слушать и воспроизводить, не используя даже Play Trim этот. Ну, это для плохих записей. Поехали, слушаем. И перегрузочная отличная. Нравится.
конца кассеты осталось всего ничего. Долби всякие есть ненужные. Б. С. Долби. С. С даже есть. Ох ты. И Долби. Нет. Система Долби Нет. Все, сдать Yamaha, я надеюсь, хотя она пытается продать еще что-то, но надеюсь, ничего больше не будет исполнять.